Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем только Race Driver 3. Так, пока на, так сказать, на опыте фигачим. Фигачим, давай. Маленько... Раз. Маленько расслабился, да, отдохнул. Руки от этого... Теперь надо привыкать обратно. Вещи надо. Ладно. Ну, это фигово было. Ну это штрафы, да. Это штрафы. А чё, педаль в пол? Да ну не верю. Вот педаль в пол бы было ошибкой. Ошибка. Не, ну. Ну хотя ладно, поехали. Поди уж это. Пацан, ты вообще не мог. Ну не мог же они педаль в пол утопить, ну это бред. Ой, как тебя вынесло, дружище. Хорошо, идеально, замечательно, прекрасно. Скользит! Скользит! Блин, посмотреть, как бы они... как они проходят этот поворот. Не так резко, хорошо. Фух. Прям. Будем пытаться. Все, приехали. На, чуть-чуть отдохнул и уже беда. Теперь меня так вынесло, как его. Так, он сейчас будет тормозить. Нет. Нифига, он на скоростях проходит. Ну-ка. Держи шины в чистоте и порядке. Не съезжай на газон. Ну, надо было не тормозить. А, вот этот поворот. Вот этот поворот, еще один поворот. Вот эти вот прыжки. Они меня убивают. Давай, жми тормоз. Молодец. А я не буду жать тормоз. Я буду на скорости проезжать. Не надо. Помни об обязательном пит-стопе. Помню, дружище, помню. Надо доехать еще. А вот это плохо. Оба-на. И первый. Плохо прохожу. Поворот, очень плохо. Так, ладно, здесь можно больше тормоза, а не то, что сильно тормозят. Мне теперь время не важно, мне важно остаться первым. Обязательно. Даже не думай, дружище. Плохо, очень плохо. Ой. Покеда. Даже штраф не дали. Странно. Биты открыты и готовы принять тебя на обязательный пит-стоп. Ага. На третьем круге, ребята.
аккуратно. Аккуратно все проходим, все прекрасно будет. Не гоним, они тут не гонят, я тоже. А здесь можно на скорости поворотики пройти. Главное не взлететь. О, прямо. Отлично. Отлично. Хорошо. Пока. Держимся. Главное не улететь, а то мало ли. Это был самый быстрый круг за всю гонку. Молодчина. Жмем, 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 прям сильно жмем. Просто сконцентрирован, прям я не могу, я не хочу начинать еще раз. Просто улетай на них. Отлично. Я предполагал, что меня сейчас могут прям это мазать, я сейчас бы вмазался. Это было бы жестко. Теперь не... Да. Спасибо за напоминание. Надо прогреть резину. Побуксовать бы, но на это нету времени. Надо догонять наших противников. Все отлично, только не останавливайся. Да я вроде не собирался. Только в поворотах немножко притормаживаю. Скольких обойдем? Продолжай, всего два круга до финиша. Еще один спит не зашел, да, получается? Не заносись, не надо. Только не занос. Не занос! Пока не занос! Рада. Руки устают, прям жесть. Опасно было. Но он в пятах должен стоять сейчас, да. Лох! Пока! Это твой последний шанс на обгон, потому что это последний круг. А какой обгон? Мы его погнали.
надо. У меня есть привычка на последнем круге заниматься. Я сейчас просто очень аккуратен, чтобы вообще не улететь, как обычно. Это я делаю всегда на последнем круге длинной гонки. Это победа. Это уже 100% победа. О, у меня ж уже это правая нога. А, нажимать на газ, офигевает, 20 очков. Блин, еще одна трасса. Что хоть за трасса? Не понимаю. Так, ясно, да? Ладно. На, понял. Знакомая трасса. Ой, было плохо. Тут уже ничего не помогло бы прям. Так, значит, не врезаться в бортик этот. Ага, поехали. Какая-то, ага, длинная. Ну, я неправильно поворот подхожу. Типа надо их срезать, прям резать по прямой как будто. Перегазовал прям сильно. Я думал, если я газану, она пойдет по дуге лучше, нифига. Так, но они меня догоняют, это не есть хорошо. Допустим. Сильно это перестраховываюсь, видать. Они как-то быстрее все равно едут. Но он там в киты ушел. Хорошо, непонятно. Минута три. Десятый. Хорошо. Ну да, я плохо прям проехал. Очень плохо. Ой-ой-ой, как, а что так сильно-то? Вроде его только должно было унести. Давай. Ну не надо так делать. Падлы. Чё вы тормозить? Я ж охренел. Температура шины идеальна. Постарайся её сохранить. В этой гонке тебе придётся совершить обязательный пит-стоп. Пацаны, чё так тормозим сильно? Понял. Блин, ну с 10-го места сейчас вырываться. Ну, ничего ты меня бортанул, братан.
Фиговый старт. Ну, зато меня никто не портанет. Пока. Тебе обязательно нужно будет совершить пит-стоп в этой гонке. Ой, сильно сейчас спасибо. То, что стартую неправильно. Ну вот тут еще я могу его сделать, он тормознет, и я его сделаю. А если я не улечу? Падла, занесло меня из него. Ой, видал, как надо поворот проходить? О, ну не так, ну пойдет. Но пойдет. Дрифтим на формуле! Дрифтим на формуле. Отвали. Даже не думай. Сваливаем от них. Фух. Ты можешь заезжать в петли в любое время. Ага. Давай, газу, 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 газу. Руки уже напряглись прям жестко. Ой, снесло. Пока привыкнешь к тому, что надо прям резко руль дергать. Давай. На обычных еще как-то машинах быстро ты можешь все это привыкнуть, но типа на формуле вот эти вот резкие повороты — это прям жесть. Давай, машинка, мы справимся. Только не взлетай, не надо. О-о-о-о, держал. Она потеряла сцепление прям жестко. Вот как сейчас, опять же. Покеда. Угу. Уходим от них. Просто отлично, просто идеально, шикарно. Все прям шикардосно проходит. Теряется сцепление. Держим. Держим машину, погнал. Я уже на формуле педаль привык давить не в пол, не в пол. На поворотах. Чуть-чуть придерживать. Так, петли. Ой, кто-то улетел. Так, подвеска, да, шины, да, топливо, топливо не надо. Так, 11 секунд. Принять, ребята, поехали. Приготовьтесь, ага, вот здесь. А то в прошлый раз улетели. Блин, теперь прям опасно, она скользит. Я ненавижу после китов кататься, если резину поменял. Но уже потом будет хуже. Типа она подсотрется. Будет вообще беда. Это было очень опасно сейчас. Знаю, да. Гоню как могу, дружище, гоню прям как могу. Чиненько. Ой, тут их прям вылетает много, я смотрю. Ой, что, да вообще какая-то жопа у них была. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще
все три типа не заходили в питы. Ой, что-то они тут вообще устроили прям адские дерби. Да, смогу. А еще лучше, если бы в одной гонке я восьмым не пришел, было бы вообще шикарно. У меня хотя бы дополнительные баллы были. Было бы не так страшно. А тут надо гнать прям. О, тихо. Я прям, это, осторожничаю уже. Прекрасно. Ой, может сказать злую шутку, эта фигня со мной. Ой, там кого-то занесло, или это я был? Да, там кого-то занесло. Так, вот они, эти трое, все. Да-да-да, вот он, последний круг, все прекрасно. Заносит. Теряет цепу, потерялась. Все отлично. Фу. Так, ну если... Смотрите только эту попытку. А может нет, не знаю. Устал в тот день. Пришлось перепройти квалификацию. Соответственно, стартовали с первого места. И, соответственно, мы победители. С 10-го места было прям, ну, жестко, нереально. Плюс, ну, может просто устал. Потому что, ну, вот эти вот руления. Я вот уже вот за несколько попыток сейчас. У меня руки уже болят. Ну, не то, что болят, но я вчера занимался там. Вся фигня. И не вчера. Ну да, для меня это было вчера. И поэтому, может быть, это еще играет роль. Да, дружище, да, это вот реально долгий путь. Давненько так жопа не горела. Ну, то есть мне даже не обязательно было первым приходить. То есть сток у него 10 так и осталось. Вот лошара. Это было жестко. Ну точно не на... А ДТМ кто? Какая машинка? Опять? А чё опять Opel? Я не хочу на Opel. Идите нафиг. V8 тут у нас чё? Ну, тот же... Это же Фардок? Фардок, да? Да, Фардок. Не хочу. Ой. Не хочу на Фардок. Не хочу. Я хочу вот это. Вот на этих мы не катались. Дайте паршак. Да, шикарно. NVIDIA. Фига, вы знаете, что я хочу, да? Пару этапов осталось. Ну, в этом этапе... Да, блин. В этом этапе, скорее всего, оффроуд у нас будет. Потому что, ну, смысл нам такую же гоночку опять проходить. Давай. Эта машинка выдает 420 лошадиных сил при 8200 оборотах. Она очень резва, когда раскачается. Но следи за кормой, ее сносят в самый неожиданный момент. Спасибо, что сказал. Так. Настроечки. Так, стабилизаторы жесткие. Резинка, естественно, низкопрофильная. Не посмотрел, сколько... Ну, сейчас посмотрю, сколько кругов сначала. Давай чуть еще больше вперед. Естественно, низкий... Низкая подвеска, естественно. Подвесон. Так, чтобы жопку не носило, пока сделаем так. Насчет поворачиваемости пока неизвестно. Там будет видно. Так, кругов. А, по 4 круга. Тогда можно помягче даже сделать. А, да, наполовину. Будет поменьше держаться, но... Так. Ага. Так, сейчас маленько. Ага. Ну да, давайте разгон до максимума, побыстрее чуть-чуть. Сохраню на всякий случай настройки.
Ой, опять эта трасса, да, ё-моё. Ну, здесь по-любому не так резко надо. Блин, после формулы вообще не чувствуется управление. Прям вообще. И тормозить надо пораньше. Формула-то она прям тормоз, и она прям фью, и вот она стоит, даже не это. Ну что это за фу скорость? Типа, ну она разгоняется тяжело прям. Отлично. Ну, вроде, кстати, неплохое управление такое. После формулы все управление, мне кажется, будет казаться легким. Просто я не представляю, какое мне время нужно сейчас. И типа... после формулы хрен ты меня занесешь. Обойдетесь. Давай. Смотри, с первого раза проехали квалификацию. Теперь просто время знать. Понимать, к чему мне готовиться. Минута 22. Туфта. О, давай, давай, братан, давай за мной сразу. Со старта. Да-да-да. Так, братана, не теснить там. Я вас это порву сейчас. Так, можно рещи закладывать. Она прям, кстати, держится. Она прям вообще держится. Можно рещи пытаться как-то повернуть. Немножко расслабончика после формулы. Хоть какого-то. Но скорость почти формульная. О, разгон не тот. Разгон она фью, и в точку типа ушла. А это так себе. А то, ну, ее даже не сильно-то и сносит. То есть она начинает буксовать, дрифтить в повороте, если... Но ее удержать проще, чем формулу. Да ладно, шикарно. В питы не надо заходить. Шикардос. Ну, это что-то слишком изи. Это прям изи вообще. Ой. Ну, с трезвым не считается, значит нормально. Значит можно. Все, просто уходим. Просто уезжаем от них подальше. Машинка красивая. Ой, прям вообще шикардосная такая, прям прекрасная. Ой-ой-ой. Это было жестко. Это было очень жестко. Вы его успел вывернуть. Можно даже как-то поагрессивнее, судя по всему, прям гнать. Я прям я осторожничаю прям сейчас. То есть вот так даже можно. Не во всем. Пока я не срезал, я типа по бортикам ехал. Алло. Ладно, понял. Блин, на формуле круги быстрые были, да, туда. А тут прям. Че последний? Так, цель понятно. Последний круг чего? Я надеюсь, в питы не надо. Я что-то... Я прослушал, наверное. Ну, такая... расслабляющая гоночка. Только не расслабляйся, и гонка за тобой.
А я расслабился. А меня расслабляет. Потихоньку едешь, а в раскатечку так потихонечку. Неплохо. Вообще кайфули. Прям нормас так. Не, ну он бы если что, он бы сказал, что впереди мне надо заходить. То есть на последнем круге. То есть прям перед этим. Последний круг, ты впереди. Просто продолжай ехать. Продолжаю. Я прям уже нормально так оторвался, да? Прикольно, ваша кайф. Вот так, вот что значит формула. Пострадал, а потом покайфовал. Еще сильнее можно было довернуть. Так, братана обставили. Его стеснили назад. На самых первых поворотах. Эх, братан. Ну хоть какой-то кайф типа получаешь. За что? Вы меня ж это напугали. Я ж это потерялся в пространстве и времени. Меня занесло штрафное время за занос, серьезно. Блин, ладно. Не страшно. Потрясающая гонка. Надеюсь, я первый. Даже со штрафным временем. Пошли вон, лошар. Ясно. Ой! Нет, с последнего места не хочу стартовать, типа. Потом биться, драться, мочиться за позиции в этих поворотах. Вообще не хочу. Прекрасно. Одна из первых трасс. Ну, на таких скоростях не мудрено, что ее выносит. Поэтому нормально. Ой, хорошо. Так, здесь не улететь, тут у нас не такие маленькие скоростя, чтобы затормозиться. Но они там жестко будут снижать, поэтому в любом случае квалификация будет первая. По кайфу. Гоним. Да естественно первый, куда? Да что нас чешется, падла? 3 секунды, офигеть. 3 секунды это за круг, типа. Братан, ты где там? Братан, давай рубить. Тихо. Да что вы... Падлы. Да... Ну что ты делаешь? Ну хотя ладно, я продолжу. Подобные съезды с трассы не несут ничего хорошего твоим шинам. Я сейчас с вами разберусь, падлы. Думали, я начну заново, а я не начну заново. Ха! О! А! О, нет, вот тот маленько другой. Так, братан, давай, только не подрезай. Спасибо за толчок. Блин, а если будут тормозить, будет беда. Будет беда! Этот парень определенно будет тебя искать после гонки. Правда? Пускай ищет. Он меня братана обидел, он... пацаны, вы чё, оборзели совсем, а? Алло, тихо, микрофон чуть не заживал. Типа головой качнул вперед.
агрессивная. Давай, давай, прям агрессивно. Догонять этих козлов. Вонг, давай. Фигачим их. В капусточку рубим. Давай. Так, здесь аккуратно, здесь по-любому. Поехали, давай, давай, давай. Не дай им себя забирать. Будь внимателен. Ага. Ой, хорош, пошел прям. Ну, немножко хоть каких-то этих экшонов надо. Паке, да? Жопу запинали прям нормально так мне. Ай, грязная резинка. Мои шины начинают изнашиваться. Ничего страшного. Немножко подскользит. Будет даже идеально. Пошел вон. Немножко заехали на эту фигню. Давай, давай, давай. Я сосредоточен как никогда. Пошел вон. Ну, типа того, да. Я еще не обогнал, он такой, отличный обгон. Ой, что-то его вынесло, по-моему, маленько. Давай, 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 давай. Все, отрываемся. Прям уходим от них подальше. Да в смысле, в чем срез-то заключался? То, что во внешний радиус меня вынесло. Я зацепил гравий, и меня даже чуть не занесло. В этом срез заключается? Вы что, идиоты? Срезал. Штраф давайте. Ничего страшного, переживет. На формуле еще похлеще было. Колеса вообще болтались. Как мне прям там реально, наверное, вибрация прям жесткая. Просто хоба и ныряем. Хоба и ныряем. Штраф давайте. Камешки задел. Срезал поворот. Да, пру как могу. Ой-ой-ой. Опасность. Но тоже резина скользит. Она не так себя ведет. Ну вот она начинает прям скользить. Начинает. Где-то мне помогает это. Где-то... Плохо подвеска его расшаталась, опять же. Еще сильнее. Ой. Ну ладно. Пойдет. Прекрасно. Прекрасненько. Ой, прям кайфули. Даже не перезапускал. Шикарно. Да, спокоен. Эй, ты, урод! Убью, если еще раз так сделаешь. А теперь вали отсюда ко всем чертям.
Иди нахер. То есть это по 10 очков. Можно даже гонку не проходить. По сути, типа, смысл. Ну, давайте я просто даже сеанс пропущу, типа, квалификацию. Я не буду топить, типа, даже если я проиграю, я все равно первый. Ну, просто хотя бы, типа, хоть что-то разнообразие. Так, кого я там это поднул тогда? Давайте поиграем еще раз. Пошел вон. Второй вообще вон в конце сейчас будет. Давайте прям проедем. Поспокойней. Ну точно не ты был, дружище. Не будем сильно борзеть, наглеть, типа, просто проедем коночку, каким приедем, таким приедем. Ну ты можешь, будешь ехать? Да они не едут, типа. Они просто не едут. Они просто не едут. А, она сама перевернется. Так, кто это меня там так бортанул? Ну-ка, я его сейчас догоню. Блин, жалко, я не знаю, кто. Просто, блин, на крышу меня перевернули. Так, надо сохранить повтор будет. Так, пацаны, вы что-то маленько оборзели, я смотрю. Тебя только это волнует? А то, что меня перевернули, помяли крышу, разбили стекла. А, ну и лабаш целый, кстати, нифига себе. Прочный лабаш оказался. Так, пацаны, я вас настигаю. Так, пацаны, я уже рядом. Вы знаете, что это значит? Вам люлей сейчас навешают. Так, я еду, пацаны, где пацаны? Я рядом. Не страшно. Передачи втыкаются, и ладно. Так, кто меня подрезал? Кто меня перевернул? Ух, ю! Я слишком прям это, вижу цель, не вижу препятствий, и такое что-то занесло. Так нифига я там гнал. Я их догнал аж. Давай! Жалко, не посмотрел, кто меня перевернул. Номера не запомнил. Ничего не отрываются. А что так они? Что они такие быстрые? Это, наверное, движок и коробка влияет все равно. Что у меня повреждено, у них нет. Да ладно. Здорово. Пошел вон. Ты после меня, ты и будешь после меня. Так, догнать остальных. Ага. Охренительно, что я даже тормозить не успел. Прям жестко не успел затормозить. Правое заднее колесо уже желтое, а переднее левое зелененькое до сих пор. Постараюсь, дружище. Прям мчу как могу.
мчу на всех парах. Призовую не обещаю, но не последним тоже. Блин, ну я думал, он сейчас меня подрежет. Он испугал меня. Ой, а чё так влево-то? Точнее, вправо. Во-во-во-во-во-во, что случилось? А, колесо заднее правое. И не только... нормально. Меня вправо-вправо тянет жестко. Типа, вот насколько мне надо повернуть руль, чтобы она ехала прямо. Угу. Я правую сторону вообще убил сейчас. Колесо вообще на глазах краснеет. Давай, сама доворачивай. О, хорошо, хорошо. Даже руль поворачивать не надо. Так, давай, 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 давай. Офигеть, оно прям на глазах. На глазах. Так, показать ролик. Так. А, нет, не ролик. Типа так. Это ну понятно, так камера. Так, это что у нас? А, ну это нет. Мне сохранить надо. Повтор, повтор. А, вот два. F2. Сохранить повтор. Сохранить. Да. Это было шикарно. Да, ну, я просто хотя бы на расслабоне это все сделал. Так, оффроуд. А тут что нам за машинку дадут? Угу. Ну, одни и те же чемпионаты, неинтересно. А оффроуд мы вот это тут пропустили. О, Митсубан. А Митсубан дадут? О, неплохо. Митсубан. Хорош. Ну ладно, если вдруг ролик какой-то будет, я лучше потом. В принципе, наверное, да, закончим серию. Там вроде как раз по времени хватит. А на сегодня все. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.